Алло. Алло. Да. Да, какие у вас два вида заработка, вы говорите? Первый автоматизированный, это робот. Второй вид заработка, это вы разбираетесь вместе с вашим личным помощником нашей команды, и вы с ним работаете на протяжении всего времени. На самом деле у вас один вид заработка. Это наглый обман людей. Понятно. Вас уже кто-нибудь обманывал, да? Нет, нас делать? Никто не обманывал, ума не хватит. Поняла? Понятно. Ну вот, хорошо, что тебе понятно. Да мне похер. Ты не заслуживаешь другого, мразь. Ты меня тут пытаешься обмануть, а я с тобой должен на «вы». Может, я еще в попу поцеловать? Не звони сюда, дура. Ты. Молодец, молодец. Сами заебешь, честно.